Привет, друзья! Сегодня 40 квадратов ламинат Велерой. Не работаю еще с ним. Велерой фирма, она позиционируется как производитель сантехники, но у них еще есть свой ламинат. И вот сегодня мы на этом объекте будем ее укладывать, этот ламинат. Здесь на входе стык с плиткой у нас расположен. Его принято решение стыковать без порожка пробкой. Что такое? Хотели делать. И стыки с ванной, туалетом стыкуются тоже пробкой. Но так как друг напротив друга они находятся, и зажать с двух сторон ламинат вообще будет неправильно. Он все сдуется здесь. Поэтому решили только в коридоре делать стык с пробкой, а там будут стоять Т-образные порожки. Чтобы сделать красивый ровный переход, нам надо хорошо подогнать первый ряд ламината к плитке. Да? Для этого ровно отпиливаем, подгоняем наждачной бумагой или шлифмашинками. После чего нам необходимо этот ряд будет частично приклеить к основанию на эластичный клей. Стык мы будем заделывать пробковым герметиком по краям ламината и плитки. Наклеиваем малярный скотч, чтобы не испачкать покрытие. Вот так все получилось замечательно. Напомню, это был ламинат Велерой и Bosch. Фирма, которая специализируется на производстве сантехники, но и ламинат у нее получается неплохой. Производит его на заводе Кранотекс. Очень напоминает он его. То есть ламинат нормальный, фасочка интересная. Вот. Кому понравилось, обязательно ставим лайки и подписываемся на мой канал. С вами был Роман.